мы прибыли на место, в поселок Энергетик, где через пару минут начнется самое главное событие этой весны. Соревнование по джип-рейсингу «Энергия-2015». Несмотря на дождь, мы вот в полной экипировке сейчас отправимся в путь вместе с водителями и посмотрим, каково это и как с этим справятся их внедорожники. Данное мероприятие проводится на призы муниципального образования «Энергетический Поссовет». Они проводятся уже во второй раз. Мы очень рады тому, что глава администрации не забывает наш клуб, потому что это не только адреналин и удовольствие нашему клубу, но и, соответственно, жителям поселка «Энергетик». На трассе встретились около 20 участников внедорожного движения. Экипажи разделились на две группы. В основном это были автомобили марки «Нива» и «УАЗ». Предстоит немножко воды, немножко грязи. Кто не сможет проехать, того вытащит трактор. Многие уже не первый год участвуют в таких заездах. Дмитрий Малышев в четвертый раз на этих гонках и знает, что им предстоит, поэтому технику подготовил основательно. Машину готовили, сушили, чинили. Но максимально облегчили сегодня, сняли багажник, салон разобрали. Ну, настрой боевой, серьезный. В соревнованиях мог принять участие любой желающий владелец внедорожника. По правилам гонки экипаж должен состоять из гонщика и штурмана. Владимир Алешин впервые участвует в подобных состязаниях. Так ездим сами, гоняем где-нибудь по полям, там, ну, по грязи. Любим. Ну, короче, это хобби, можно сказать. Вчера с вечера тоже машину готовили, все как всегда, в последнюю очередь. Получается, все, сошли, не дошли до финиша. Да, чуть-чуть подвел нас, наш боевой машины. Основные события на трассе разворачивались в ямах с водой. Участники по очереди ныряли в грязь. Кому-то удавалось преодолевать водное препятствие самостоятельно, а кому-то потребовалась помощь трактора. Тройку победителей в двух категориях наградили грамотами, кубками и ценными подарками. Но все эти награды не могут сравниться с адреналином, полученным во время соревнований. Кстати, искупаться в грязи посчастливилось не только участникам, но и нашей съемочной группе. А сейчас мы отправимся с абсолютным чемпионом по всем этим трассам, которые он преодолел. Посмотрим, каково ему было. На старт! Внимание! Погнали! Мы приехали! Забрат, дай камеру, отстрели на то. У нас в салоне вода! Мы не тонем, я надеюсь! Нет! На 13 пути, там на 17 снизу. Вот мы и приехали. Как вывод здесь один, что нужно иметь стальные нервы и настоящего железного коня, чтобы не оказаться вот в таких ситуациях. Олеся Колпакова, Самрат Ишимов, Василий Антонов, городской телеканал «Ю ТВ».